Гомельские веломаторы сегодня официально закрыли сезон. Зрабили яны гэта традиционным велопробегом. Проехать по центральных улицах Гомеля собрались сотни человек. Велопробеги у Гомеля стали доброй традицией. Им можно надавать статус семейных ці корпоративных мероприемств. Приезжают великими компаниями, сяброў, семьями, працоўнымі коллективами. Так сёлета у авангарде колонны супрацоўники областного управления следшего комитета. Сярод прадстаўнікоў этой структуры немало аматоров двухколового транспорта. Следователи Гомельщины занимают активную жизненную позицию, ведут активный образ жизни. Руководством управления в этом году в рамках поддержания инициативы по активному образу жизни принято решение о награждении лучших сотрудников велосипедами, потому что это наиболее массовый вид спорта, доступный для простого гражданина, в том числе и сотрудника Следственного комитета. Сёлета маршрут велопробегу пролегал по центральных улицах Гомеля. Местом старту и финишу колонны был медуниверситет. Дарэчы, для некоторых велоаматоров закрытие сезону – подея умовная. Зараз велосипед – усесезонный транспортный сродок. Зразумела ж, после отповедной техничной подрыхтовки.